В Израиле состоялось важное событие для православных жителей Прикамья. В дар жителям города Соликамска была передана икона «Господь Вседержитель», написанная потомственным иконописцем в земле обетованной, по заказу Виктора Ивановича Баранова. 6 октября блаженнейший патриарх Святого Града Иерусалима и всей Палестины Феофил III организовал прием делегации из Соликамска, в котором участвовал посол России в государстве Израиль Анатолий Дмитриевич Викторов. Выезд в Иерусалим паломнической группы во главе с архиепископом Соликамским и Чусовским Зосимой состоялся по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла при финансовой и организационной поддержке АО «Соликамск Бумпром». Вечная память Виктора Ивановича Баранова за то, что он такую нам поездку придумал, благословил, чтобы здесь была написана икона Пантократора, по-гречески Вседержителя, Спасителя. И она должна быть освящена на гробе Господнем и доставлена в женский Красносельский монастырь Града Соликамска. Спасибо за ваши добрые слова. В первую очередь хотел бы поблагодарить вас о том, что вы сказали, то, что мы сегодня молились о единстве, о мире. Это действительно очень важно. По окончании встречи состоялся обмен памятными подарками. С российской стороны Иерусалимскому патриарху была выражена искренняя признательность за оказанное содействие и сохранение подлинного культурного и духовного христианского наследия в Иерусалиме. После чего блаженнейший патриарх Феофил III благословил освящение иконы «Господь Вседержитель», и она была пронесена по старому городу Иерусалиму крестным ходом до храма гроба Господня. Чин освящения иконы был проведен на Святой Иерусалимской земле в храме гроба Господня 6 октября пополудню. А уже 15 октября икона «Господь Вседержитель» будет передана в дар Соликамскому Красносельскому Иоанна Предтеченскому женскому монастырю, где станет особо почитаемой святыней, освященной на гробе Господа нашего Иисуса Христа. Виктор Иванович Баранов полагал, что икона «Господь Вседержитель» станет истинным символом веры для прихожан и гостей города Соликамска. Каждую икону, которую я пишу, пишу с молитвой и с постом. И когда я познакомился с Виктором Барановым, он попросил меня писать икону. Икону Спасителя Вседержителя. И так хотел делать подарок для своего города Соликамск. Хочу пожелать жителям Соликамск духовной поддержки и духовного развития. В рамках поездки в русском православном монастыре Марии Магдалены был совершен молебен в память о Викторе Ивановиче, который внес неоценимый вклад в духовное и культурное развитие нашего города и Пермского края. Это удивительное событие. Мы здесь, в Иерусалиме, и мы освятили икону «Господь Вседержитель», икону, которая была написана по заказу Виктора Ивановича Баранова. Безусловно, это огромное чудо. И мы счастливы, что теперь в нашем городе появится первая икона, которая была освящена в храме гроба Господня. Соликамск Бумпром очень многие годы помогает православной церкви. Мы верим, что возрождение духовности станет основой укрепления мира.